Привет, друзья! Сегодня буду показывать, как я готовила очень крутой и вкусный салат с грибочками и с кучей разного мяска. Это правда очень-очень вкусно. Советую всем на праздники попробовать приготовить. Для этого салата, собственно, много не нужно, и он подойдет на замену всем привычному оливье. Маринованный или квашеный огурчик берем, режем его соломкой. Яйца режем на кубики, не очень мелкие. Я надеюсь, вам здесь видно, буквально на 16 частей. Я буду использовать курагрудь и копченый вот такой окорочок, он не такой сухой, как куриное филе копченое. Можно использовать язык, можно использовать говядину, но мне больше нравится смесь копченого мяса и вот куриной грудинки. Куриную грудинку отварила и порвала на вот такие вот волокна. Дальше добавляю, у меня здесь просто отварной домашний горошек, можно взять консервированный. Немножечко сюда зелени, небольшой пучочек. И, конечно же, майонез, либо смесь сметаны и немножечко горчицы. Можно использовать даже дижонскую или любую горчицу в зернах. Слегка перемешала, промываю грибочки. Я выбрала вот такие вот опята, очень красивые такие получаются грибочки. Можно нарезать шампиньоны, но с опятами точно поприкольнее получится. И все, теперь осталось только перемешать и выложить в тарелку. Это правда очень простой и очень легкий салат. Я думаю, его осилят все, времени много на него не нужно, а получается он нереально вкусным. Обязательно пробуйте и ставьте свои пальцы вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч, пока-пока!